светодиодный светильник в обычной городской квартире, где установлен подвесной потолок. Первое дело, снять нам старый светильник нужно. То есть аккуратненько ручками подцепливаем и плавно тянем на себя. Только ничего, чтобы не вырвать. Там есть такие засовы. Оп! Придерживаете их руками, придерживаете с двух сторон и плавненько, аккуратно тянете на себя. Оп. Сейчас часть светильника и провода. Ну, мастера тут, конечно, так себе были. Вот, не изолентой, а скотчем залепили. Ну, сейчас все исправим, сделаем хорошо. Итак, старый светильник достали. Откручиваем провода. Вот этот коричневый и синий. Видите, да? Ну, здесь просто, потому что здесь скотч можно потянуть. И этот скотч у вас слезет. Провода на скрутке. Покрутили. Сняли один коричневый. И еще одна скрутка. Синие провода разделили, белый, который идет, собственно, на лампочку. Вот все, старая часть снята. Ну что, берем новый, предварительно защищаем контакты и соединяем по цвету с проводами. Коричневый с коричневым, синий с синим. Соединяем все синие провода. Сделано было совсем неаккуратно. Сейчас возьмем плоскогубцы. Подожмем все это дело. Аккуратненько замотаем за лентой. Коричневый готовый. И здесь еще в параллели синюю. Вот этот белый провод, который идет на лампу непосредственно. Примотать. Так, поджигаем коричневые и вот эти провода стягиваем сначала в основание, потом, собственно, сам провод. Ничего тут сложного в этих светодиодных лампах нету. Главное аккуратненько ее достать. И здесь заменим. Ну вот контакты, друзья, все аккуратненько мы заделали. Сама лампа, вставляем ее в контакты, здесь не ошибетесь никаким образом. И начинаем всю эту проводочку размещать внутрь. Внутрь размещаем. За пластик, чтобы она вам не мешала никаким образом. Потом ставим лампочку, подгибаем наши контактики, эти, давай обратно. Подгибаем контактики и аккуратненько вставляем. Проверяем внимание, сама лампа, светильник, все работает, ничего здесь сложного нету. И здесь я, друзья, что нужно аккуратно очень достать светильник, не повредить потолок, не порвав провода, аккуратно поставить обратно.